Кому и в каком порядке будут выдаваться пропуски на свободное передвижение, определили сегодня в правительстве Дагестана. Проект постановления обсуждался в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Пропуска будут выдаваться как в онлайн-режиме, через штаб здесь, вот, так и будут выписаны некоторые пропуска, скажем, министерством, ведомством республиканским мы выпустим, как лицам, так и, наверное, и на транспорт. Вместе с тем следует отметить, что служебный транспорт, он не ограничивает его передвижение органы внутренних дел внутри города. То есть он не ограничивается. А личный час транспорт ограничивает. Мы ни в коем образом не планируем большое количество пропусков выдавать, потому что режим введен, количество больных увеличивается. Что касается районов и городов республики, отметил зампред, там оценивать службы, которые должны функционировать бесперебойно, будут главы муниципалитетов. На основе их выбора им будет выдаваться пропуск. На обсуждении в штабе рассказали и о тех, кого ограничения не коснутся. Не вводится никаких ограничений на передвижение экстренных служебного транспорта, экстренных служб, служб жизнеобеспечения, коммунальных служб. Передвижение служебного автотранспорта предприятий непрерывного цикла, организаций, обеспечивающих порядок, а также органов власти и управления. Не принимается никаких ограничительных мер в отношении рейсового пассажирского транспорта. Весь этот транспорт работает в нормальном режиме.